Всем самый добрящий привет. Ребята, сегодня будем обзор опять под фонарями. Из АТБ только что перешел, прилетел. Фу, прилетел мокрый. Задыхался, запехался. Обзор продуктов по акции. Значит, акция начинается с 30 ноября по 6 декабря. Боже, уже декабрь. Итак, посмотрим, что нам приготовил АТБ на эту неделю. Конечно, здесь в журнале не полный обзор, а полный обзор всех акционных продуктов будет у меня на канале в среду. Итак, кофеманы. Nescafe Gold 210 грамм 168,90. Nescafe Gold в стекле 190 грамм 208,90. Здесь у нас Nescafe Espresso 200 грамм 226,90. Dallmayr. Слышите, как звучит красиво? Dallmayr. Так, полкилограмма 235,50. Это уже... Ага, это понятно. А это в зернах. Вот это в зернах. За 219,90 это у нас идет в зернах. Добре. Дальше. Тут у нас пельмени и вареники торговой марки Мишутка. По 450 грамм идут у нас Мишутка с телятиной. Пельмени. 450 грамм 64,90. Кстати, обратите внимание, скидка 36%. Таки достойная скидка, видите? И кто-то в комментариях писал, что эти пельмени хорошие. Так, Мишутка 650 грамм с мясом индюшки. 650 грамм 85,90. Тоже скидка таки достойная. Кстати, может, я возьму даже попробую. Что-то, знаете, сразу пельмешек захотелось. Запахло пельмешками. Так, здесь у нас тоже Мишутка с приличной скидкой. 650 грамм 77,90 в зеленой упаковке, филейные пельмешки и вареники 450 грамм с картошкой 28,90. Так, еще раз, ну, понимаете, прошу прощения, что понимаете, почему света нету, потому приходится снимать в таких условиях. Здесь у нас колбаска вегетарианская до пюрешки. Варена мясная лавка. Полкилограмма 57,90. И колбаска шинкова, полукопченая, своя линия. Полкилограмма. Видите, сразу фокус так не фокусируется, четкости нету. Поэтому извиняйте. Полкилограмма 91,90. Здесь у нас Nesquik какао напиток. 140 грамм 26,90. И конфетки Лукас Аркадия. 100 грамм, 10,99. Что ж, смотрим дальше, листаем с вами. Листаем и посмотрим, что же нам приготовил. Гляньте, присосалось. Ой, ловаре будет. Будет ловаре у нас. Так, что у нас тут по ловаре? Имбирный ранок, 20 фильтр пакетов, 24 гривны. Ловаре, 24 пакетов. По 30-40, тут у нас идет сумеш травяного, ягодного, имбирный, с цедрой лимона. Здесь ловаре черный, 24 пакета, 31-40. Шампань. А я хотел сказать, что с шампиньонами может. Так, здесь у нас черный чай с бергамотом. Бергамотку я люблю, 34 гривны. Так, зеленый. Ну, тут, короче, чтобы вы понимали, здесь... А, ребята, где мой золотой маркер? Почему никто не написал, не сказал мне, где мой золотой маркер, а? Сейчас берем золотой маркер, будем обводить. 25 фильтр пакетов, 34 гривны. И здесь с бергамотом зеленый, с ягодами суницы, черницы. Короче, здесь разные вкусы. В одной упаковке 5 вкусов. Так, и вот эти вот тоже фруктовые. В яркой упаковке 36 гривен, тоже 25 фильтр пакета. Так, беру, иду свой золотой маркер и будем с вами обводить самые достойные скидки. Так, пельмешки. Вот эти можно, где они, вот эти. Да?
Это точно. Можно будет попробовать взять. Тут и скидка хорошая. Так, ну и, конечно же, этот. С бергамоткой. Если там разные вкусы, которые мне понравятся, я что-то уже и забыл его, потому что я просто брал отдельно бергамот. Мне он нравится, поэтому посмотрим. Так, сыр плавленый по 12,50 кома, вершковый тенеро и бекон. Сметана, словяночка, стакан 345 грамм, 25,80, 15%. Кефир карпатский нежирный, 870 грамм, 27,50. А это что, кефир? А, кефир и 2,5% галичина, 28,50. Майонез, разумный выбор. 380 грамм подушка, ну куда же без майонеза в нашей жизни, да? 23,40. Консервы, это отдельная тема. Так, консервы, лосось натуральный и в томатном соусе. Торговая марка Банга, не знаю, что это за марка, скидки такие себе. Ну, 15 гривен. Сэкономить можно. Так, 230 грамм баночка, 54,90 натуральный. И в томатном соусе 51,90. Так, салфетки, 120 штук. Ребята, это очень хорошая цена. 120 штук и скидка 40%. 23,90, поэтому я обвожу. Я точно возьму. Очень хорошая цена. Надо быть, возьмем упаковочку. Так, и салфетки антибактериальные. 120 штук, 29,90. Тоже скидка почти 40%. Тоже можно смело обводить. И я вам говорю, что это тоже очень хорошая цена. Так, женская гигиена Naturella. 36,90. Здесь у нас подгузники торговой марки Тена для взрослых. 10 штук, 141,90. 30 штук, 456,90 МК, и 30 штук слип, не знаю, 522,90. Да, цены, конечно. Ой. Так, дальше смотрим, ребята. Тут у нас опять кофа. Кофа, голд, черная карта. Черная карта. Розчинна, сублимована. Идет 67,60. 75 грамм, да? Да, 75 грамм. Черная карта 120 грамм, 106 гривен. И черная карта для турки 250 грамм, 88,70. Черный чай, своя линия, 100 пакетов, 62,70. Я когда-то его очень давно брал. Ну, что сказать. Я вам скажу, что я 2 пакета в чашку кидал. В чашку ставил. Вот этот чай. Чайный напиток. Так, шоколадка Millennium будет со скидкой. 34 гривны будет за плитку стоить. Да? Тут у нас и молочный с цельным миндалем, карамель. Журавлина даже будет. Кстати, журавлина мне нравится, но мне не нравится то, что там этот как его называют? Господи. Цельный этот орех идет. Что-то мне шоколадки с цельными орехами не нравится. Так, пюре Гербер детское, да, 26,60. Джем 25,20. Абрикос, апельсин и черница, своя линия. Ой, это Гербер, а что это? Торговая марка, своя линия? Ребята, а что Гербер, это своя линия была? Не понял. Гербер, яблоко, черница, банан, яблоко, слива, морква. Торговая марка, своя линия. Не понял. Что они тут нам написали? Что это такое? Я не понял. А что это? Гербер относится к торговой марке, своя линия? Первый раз. Напишите мне комментарии. Что-то я не это, не ку-ку. Так, фрукты. Малина с сахаром, своя линия. 350 грамм, 59,60. Гербер. Фруктово-злаковый батончик торговой марки Гербер. Ну, понятно, что Гербер. Торговая марка Гербер. Вот, батончик. 12 месяцев. Вообще, написали бы еще вообще 9 месяцев. Девчата меня поймут.
Зрозуміють. 12 місяців. Господи. Ну, понятно, що діло, з 12 місяців через год можна ребенку давати. Господи, я шучу. Ошибка, я понял. Я читаю, смотрю, думаю, Гербер. С каких пор это Гербер стал торговой маркой своя линия? Так, пюре. Нежная курча. Это что, так ребенка назвали? Моє маленьке курча. 37,70. Так, бульйон, кухарик, яловичина и грибной. 6 штук в упаковочке по 14, а грибной 14,90. Так, пончик бананово-кремовый по 11,90. Пончик, макарончик. Любимый уже так подорожал. Так, ангельский поцелунок. 140 грамм конфет. 90,60. Кит-кат. 14,80. Так, здесь у нас сырки по 12,60. Сыр золотой резерв. А как это понять? Чеддеризованный. Чеддеризованный. 200 грамм, 50 гривен, 40 копеек. Сыр твердый, 12 месяцев, подрібнений, опять 12 месяцев. 100 грамм, 67,90. Сыр фета, 250 грамм, 49,30. И завтрак сухой, своя линия, полкилограмма, 53,20. Листаем дальше журнал и смотрим, что нам там приготовила дальше АТБ. Так, опять вегетарианская колбаска. Полукопченое добро в килограмм 337 гривен. Сосиски вареные добро в 330 грамм 71,90. Здесь у нас колбаска салями баварская. Сырокопченая. Килограмм 355,90. Крылышки куриные копченые. Вареные. Своя линия. Килограмм 183,70. Вареники торговые марки. Не понял. Картоплю это мясо. Восемьсот грамм 78,40. Буду вас тоже просить насчет вот этих вареников. Кто брал с картоплю это мясо? Напишите комментарий, что это такое. Буду вам благодарен. Так, крабовые палочки, своя линия. 240 грамм 35,80. Креветки. 700 грамм 275,20. Мидии в масле с прянощами. Кстати, очень на салат будет классно. Уже вот эту баночку, даже не масло, ничего не нужно. Покупаете салат в упаковке, дорезаете там огурчики, все, что вам по вкусу нужно, выливаете вот эту баночку в салатники, перемешиваете, будет вкусняшка. 200 грамм 57,20. Для котиков баночка Cat and Go. 29,50. Old Spice дезодорант 92,50. Нормально так. Так, шампунь, бальзам для волос регенерирующий. Торговой марки Романтике. 84,90. Так, и ополаскиватель для рта. Своя линия. 250 мл. 22,20. А еще был зеленый. Добре. Ватные диски. 80 штук. 20 гривен. Ленор. В ассортименте. Смотрите, для ткани. Ну, кондиционер, знаете все. Даже золотая орхидея. 930 и 750 мл. 78,40. Губки для обуви. 19,90. И здесь у нас для ноутбука. И замши. 300 мл. Сразу со щеточкой. 61,90. Кстати, ребята, сейчас я вам покажу свои покупки. Я ж только что пришел из этого. Из АТБ тоже кое-что купил. Покажу вам, что я купил. Чтобы вы цены посмотрели. Чтобы вы понимали, какие цены. Так, как его? Hell. Энергетичный напиток. Боже, он раньше стоил, ребята, 15 гривен. По 12 гривен он был в акции. Сейчас уже 27. По 12 гривен он в прошлом году, я помню, летом покупал в Киеве. Алкоголь мне нельзя. Алкоголь я не пью. Я на антибиотиках. Так, напиток безалкогольный. Good Fruit.
полуторалитровый 26,90. Сейчас покажу свои покупки. Вы посмотрите цены на покупки. Не то, как покупки, как цены на продукты. Так, набор для творчести. Картины, представляете, раньше возили большие картины 50 на 40. А сейчас уже они как подорожали, возят. А, они, это есть 50 на 40, да. А, это по скидке такое, 170. А это хорошая цена. Тот, кто любит творчество. Кстати, мои лежат картины, я не рисую. Ой, подсолнухи красивые. Очень красивые подсолнухи. Нужно будет зайти посмотреть, цена хорошая. Так, много разных игр позавозили для деток. Очень много развивающих игр. И цены очень хорошие, видите? 75 гривен. Кстати, есть свет? Захотела, да? Захотела. Не буду выражаться, кто из соленых огурцов. Так, набор для творчести. Картина с пайеток. Тут у нас игрушки антистрессы. Набор для творчести. Сейчас для детей целая куча. Всякого-всякого. Набор форм для печенья. Вот эти вот формочки для печенья как раз классные для Нового года, для Рождества. Машинки. Конструкторы. Вот эти деревянные конструкторы, ребята, они классные. Можно там не только машинки, там очень много всего можно это складывать. Но они очень-очень дорогие. Так, посудка детская. Кстати, сейчас, зараз іде, як там кажуть, Миколай, да, тут на заході Миколай. Там в когось Дід Мороз. Тут Миколай, в кожного різні традиції. Іграшка, що зростає, тут Миколай носить подарунки під подушку, да? А там Дід Мороз носить ігрушки під йолку. Ну, а у мене було і то, отак. Так, книжки-развивалки. Так, смотрите, набор склянок. Я, кстати, был вчера в English Home, обалденная там посуда. Набор склянок 300 гривен, 6 штук. Кастрюли. Кстати, мне тоже кастрюли нужно, ребята. Боже, 300 гривен. Нужно в Ашане посмотреть, хотя мне кажется, что в Ашане дорого. Так, о, мне вот такую мацюпоньку. Мацюпоньку мне нужно. Мацюпоньку нужно мне кастрюлю, 1,5-литровая, 219. Салатники с крышкой. Это хорошо, что есть крышка, 25 гривен. Так, контейнер пластиковый, тоже с крышкой идет, смотрите. Большой, средний и маленький. На 2,5 литра, литр 200 и 550, 109 гривен. Так, таз. Тазик мне тоже нужно, хотя у меня есть это... Ванночка электричная, но все равно ноги хочется попарить иногда. Так, 50 гривен таз. И последняя страничка, и сейчас переходим к продуктам. Я продукты быстро вам покажу. Колготки детские 90. Так, труселям 57,90. Носочки 40 гривен. Здесь у нас идет Сила Карпат 23,90. Лаки 18,90. Эфирные масла 34,90. Подушки. Я подушки в Юске купил. Тоже хорошие подушки. Я доволен. 199. Это у нас прикрасы на 5200. 62,90. Календари. В АТБ много разных календарей позавозили. 70 гривен. Папир покувальный 25 гривен. Это хорошая цена. Очень хорошая цена. Так, набор для творчести. Лист Дідусю Морозу. Лист Миколаю. В ассортименте. Видите? Лист Дідусю Морозу, Дедушке Морозу и лист до Миколая. Сразу два в одном. 30 гривен. И бенгальские огни 40 сантиметров. 40 сантиметров большой. Длинные. Не мацюпоньки, что можно подпалить и наслаждаться. 35 гривен. И продукты быстро. Так, водичка. Ой. Водичка. 34,40, ребята, вода. 6 литров. Это, кстати, самая дешевая. Разумный выбор. Потому что дороже там вообще, я молчу. Так, это посылки. Посылка одна и посылка вторая. Это я посылочки забрал. Сделаю обзор обязательно. И ПД парфюм, ПД Париж. Кстати, зайдите. Я потом ссылку дам. Правильную ссылку дам на ПД Париж. Там сейчас скидка огромная будет. Так, взял макулатуру. Ребят, макулатура уже по 11 с копейками. Вот эту вот взял. Она хорошо набитая, 65 метров. Так, потом взял
Что я еще взял? Хлеб взял 25 гривен. Вот этот хлеб мне очень нравится. Так, видно вам, да? Стрелецкий. Очень мне нравится вот этот хлеб. Тут для себя нашел. Надеюсь, вам видно все. Так, чек, вообще там ничего не видно. Так, дальше. Ходил-ходил, уже неделю, может, хочу. 39 гривен. Ребята, 39 гривен, чтобы вы понимали. Капуста, пылюстка. Разумный выбор. Сколько грамм? Я не знаю, сколько тут грамм. Не буду сейчас искать, чтобы вас не задерживать. 300 грамм. 39 гривен. Дальше. Это взял по акции. Бородинский. По акции. На волшебной полочке. Сейчас найду и скажу цену. 33 гривни. 33 гривни. Сколько здесь грамм? 460 грамм. За сосочи. До пюрешки. Так, масло. 55 гривен масло. Своя линия 200 грамм. И взял фарш. Тоже на волшебной полочке. 60 гривен. Кажется, полкилограмма. Да, полкилограмма. За 60 гривен взял на волшебной полочке. Я вам просто говорю, чтобы цены, чтобы вы понимали, какие цены. И... Ой, а как он сюда попал, этот торт? Я не понимаю, ребята, не понимаю. Это не мой торт. Я не знаю, как он сюда попал. Из волшебной полочки попал. 550 грамм. Как же он сюда в мою сумку попал? Всем экономных покупок, мирного неба, ребята. Всем пока-пока.